В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Глава администрации Евгений Никора проверил ход ремонтных работ на улице Ростинской. Жители близлежащих домов по улице Ростинской уже давно ждали полной реконструкции проезжей части. Разбитая дорога то и дело становилась причиной поломок автомобилей, а пешеходам, тем более пожилым людям и родителям с колясками, приходилось тщательно продумывать свой маршрут, чтобы не нарваться на огромные выбоины. Наконец, желания северян начали воплощать в жизнь, но ремонт на объекте затянулся. Виновник – подрядная организация, выполняющая работы с электросетями на этой же территории. Но беспокоиться не стоит, отмечает глава администрации. На данный момент на объекте ведутся работы 4-го этапа. Закончить планируют до конца сентября. Подрядчик по существу с небольшой задержкой все работы выполнил, но он не может закончить, поскольку параллельно идут работы по техприсоединению со стороны МРСК. Это один из строительных объектов, где есть прямой контракт между, соответственно, инвестором и сетевой компанией. И учитывая, что такого рода проекты тоже надо реализовывать, тоже их надо реализовывать в летний период, понятно, что с одной стороны требуется согласованность, что мы всегда и делаем, с другой стороны, если на одном и том же объекте, по сути, подрядчики подводят заказчика, и это не мы, да, то мы становимся заложниками. Когда задержка идет по сетевому хозяйству, мы не можем завершить работы по дорожному хозяйству.